Ну все, мы едем в Elgon Hospital. Мы едем навещать нашу Эстер, которая вчера сделали операцию. И вы, те, кто наблюдал за этим нашим видео, помнят, что мы вынуждены были быстренько положить девушку по имени Эстер, положить ее в клинику на лечение, потому что ее состояние было очень опасное. Мне нужно было срочно действовать, вне зависимости от того, что мы заранее объявляли, что нам необходимо собрать денежные средства для нее. Мы просто взяли и отдали из тех денег, которые были у нас, потому что состояние у нее было очень опасное. Она буквально могла получить заражение крови, если бы не выразили ей часть женских органов, которые были загноившиеся и, в общем, не поддавались никакому лечению в течение 3 лет. Мы сейчас едем ее навещать. Тебе нравится, да? Ну, конечно, тебе нравится на пике ездить. Она нравится. Поехали. Elgon Hospital. Yeah, I'm here on the right. Ну что, мы в Mountain Elgon Hospital уже. Сейчас мы увидим нашу Эстер. Нашу драгоценную сестру во Христе. Мы уже были здесь один раз, когда мы были с нашей маленькой девочкой, с Мирием, перед тем, как ее оперировали. Вот. То мы здесь уже постоянно... Агнес! Это наша сестра Агнес, она работает здесь, в больнице. Она наша верующая сестра во Христе. То мы сюда уже заходим, как себе домой. Вау! Hello, everyone! Ага, Эстер! Эстер!